Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, продолжаем играть за отбросов. Новая серия, 7-й дивизион, первый матч мы сыграли в ничью, собрали лишь одно очко. Могли, конечно, победить на 90, у Брума кончился контракт. Но, кстати, Маркиньо в этот раз не так хорошо сыграл, как я бы хотел. И даже не знаю, ну что, Бруме приходится еще один контракт прибавить тогда. Я не знаю, что я сейчас с ним делать. Давайте применю. Только не на 99 матчей. Нет, Брума, ты этого не заслуживаешь. Так. У нас, между прочим, Андре устал. Тогда налево я все-таки выпущу обратно Гуэрера. Карвалью все еще сломанный. Тогда у нас проблема. Ставим тебя обратно, и тут у нас вообще вся химия рушится. А если поставить Переза направо Бруно? Нет, так тоже не пойдет. Ну, значит, так и будем играть. Что еще могу сказать? Таким составом начнем. Ну что ж, соперник найден на матч. И его состав довольно неплох. Коноплянка, Чершев. Но он, скорее всего, и иностранец все-таки. BBVA лига. На опорке Вермалин. Окей. Неизвестный мне форвард. Коки, Тюран. Ну вот Вермалин на опорке. Это примерно как Пепе на опорке во времена Маурини. И что он хотел этим сказать? Не знаю, посмотрим. Состав интересный. Брума. Неужели хороший пас? И неужели пас на Кэрролла? Проходит удар! Браво, сейв. Но тут, в принципе, в него был удар. Кэрролл, хорошо. Барон, не оплошай. Это пенальти. Барон не оплошал. Пенальти на 10-й минуте. Будет ли карточка? Карточки нет. Но он просто меня взял, толкнул. Причем шпент какой-то. Вообще 1,40 м. Ладно, Гастон Рамирес. Бьет пенальти и забивает. 1-0. Отбросы выходят вперед. Гастончик молодец. И Кэрролл такой сзади выскочил. Я тоже тут. Я праздную. Отлично все. 1-0. Удар какой сильный. Чершев, по-моему, бил. Я думал, что мяч просто выше пройдет. Но Роберто засейвил. Чершев навес. Навес сюда. Аккуратненько отбились. Если еще сейчас сразу атаку быстро начать. Она идет. Барон. Коноплянка его сносит. Это карточка должна быть. Нет, это не карточка. Круто. Барон проходит с мячом. Идет дальше. Нет. Терра. Хороший пас в центр. Кэрролл, забивай. Фенесик 2-0. 19 минута матча. Отбросы. Молодцы. Китай вперед. Ну просто у нас китайская эмблема, поэтому флаги китайские. Вот так вот. Кэрролл сам прошел. Бьет. Штанга. Могли делать 3-0. Гуэрреро. Какой хороший отбор. На Гастона. Гастон Рамирес, ФНС! Мимо ворот там защитник снес. Нарушения правил нет. Ой-ой-ой, как хорошо, он раскатал. Арда Туран из мяча. До свидания. Побежали в атаку. Гастончик. Хорошо, там, кстати, опять был фол. Кэрролл в центр на барона. И браво. Вылетает. Ну, я уже бил вообще-то. Гастон! Пустые ворота! Что за удар отвратительный? Коноплянку заблокировали. Ну, 3 в 1 надо уходить. Брума, у тебя 93 скорости. Беги, Брума. Пасик. И барон. 3-0. Это победа. Это, черт подери, победа. И очень уверенная. Брума, оба, успел. Ну, я видел, что он летит.
Я и в прошлый момент мог забить, но просто не успел ударить. То есть удар-то я нажал, но игра это просчитывала 10 часов. Тео на Кэрола. Еще один выход. Кэрол слева и попал в Браво. Вот лол. Ну, опять же, да, какой шанс попасть во вратаря, когда ты бьешь слевой, а вратарь выходит под правую. Выбегает на тебя, не выходит, а выбегает. И он все равно попадает. Тера, хороший отбор. Кэрол, пас на Гастончика, и тот не успеет. А жаль. Стадион гудит, а все потому, что мы выигрываем. И выигрываем очень уверенно. И мне очень нравится, как мы играем, поэтому Рамирес идет отдыхать. Вместо него Перес, наверное. Гналонс вот сюда. Я его лапорку уберу, Тибу направо. И Гутьеррес или Кэрол. Наверное, дам Кэролу шанс забить. А в атаку Макия лучше. Ну не хватает мне еще одного форварда. Причем реально хорошего. Прям какого-нибудь, которого... Молодого какого-нибудь, например, парня, чтобы я его на замену выпускал. Вдруг забьет. В принципе, даже статы не особо важны. Фермалин ошибся. Маркиньо, Кэрол. Передача, удар. Перес не забивает. Сейвит Браво. Кэрол, пустые. Гол. 4-0. Да, Матьё, ты в шоке? Но он мне просто мяч подарил. Все, парень бросил играть. Ну а что начинал тогда? Ну тогда буду лонгшоты пробовать делать. Ну-ка. Нет, плохой лонгшот. Ну-ка, Гоналонс. Сможет лонгшотик? Ха, неплохо, браво, сэй. Куэррера лонгшот. Ух ты, он вернулся играть. Хорошо, продолжаем. Я просто хотел, чтобы, ну, хоть какие-нибудь красивые удары были в матче. Поэтому лонгшоты поделал. Кстати, сейчас тоже можно будет как-нибудь хорошо за Кэрола приложиться с левой. Нет, не получится. Перес. Лонгшотище! Выше ворот. Все, конец. Победили 4-0. Уверена, хорошая победа. Могли больше забивать гораздо. Тут я был на голову сильнее соперника. Поэтому он просто бросил играть. Кэрол лучший игрок матча. 2 гола. Оценка 9-2. Ну и Браво 13 сейвов сделал. В основном за счет лонгшотов. Так, и мы набираем 4 очка. Первая победа в 7-м дивизионе. Надо посмотреть, что у нас по контрактам. Вроде у кого-то должен был закончиться контракт. И я поэтому вышел с меня. Я молодец. Так, смотрим. А, да, Переза. Но я понял, что у кого-то должен закончиться. Знаете что, я хочу пак открыть. С такую победу хорошую, мне кажется, пак предназначается мне. Поэтому я кого-нибудь продам. Так, Сосу я хочу на замену. А знаете что, если мне у вас снова поставить, сюда поставить Переза, то сыграно 60. А если у меня еще какие-нибудь аргентинцы? Так, а что у нас вообще по отдыху? Так, Перейра. Андре, один контракт остался. Нет, тогда Андре сюда. Сюда. Обратно Карвальо, который теперь может играть. Сразу сыгранность 83. Так, ну кого бы мне тогда продать? Кого бы мне продать? Ну, пойдемте в состав, посмотрим, кого я могу продать. Я реально хочу сейчас пак открыть. Почему-то мне подсказывает что-то, что я не буду жалеть, если открою пак. Так, Модесте, Брума, Бакетти. Ну, все рарные игроки закончились. Хуакина, наверное, больше использовать не буду. Хорна оставлю. Сисеро. У меня есть уже цапы бразильские, причем несколько. Так, ну и какого-нибудь серебряного игрока можно квикнуть. Либо вон вратаря из Бразилии. А у меня другой есть?
Да, у меня два вратаря запросили, вот этого. Нет, этого оставлю. Вот этого уберу, у него характеристики похуже. Идем открывать пак. Кто же нам выпадет в этом паке? Наверняка какой-нибудь плохой игрок, но... Игрушкой став чужих рук. Ну почему? И это Сигурд. Ну, ЦАП ЗПЛ, еще и имбайч выпал. Еще и... Ага. Слушайте, хороший пак, я был прав. Я был прав, он меня действительно порадовал. Ребят возьму. О, форма не очень. Я, наверное, вообще всех трех игроков себе добавлю. Сигурдсон с шикарным ударом и передачами. Очень хорошо нам подойдет. Янбаев на замену. И левый защитник из... Ну вот он из Боснии. Вот боснийцев мало. Но Бундеслига может мне что-нибудь дать. Поэтому, в принципе, я доволен паком. В принципе, я доволен. Придумаю, может, потом, кого и как можно будет вместе собрать под замену. Но мы до сих пор не вытащили нападающего, которого я хочу поймать уже очень много паков. Вот. Большое спасибо, что посмотрели. С вами был Джек. Увидимся в следующей серии. Счастливо.